Здравствуйте. Как представлен телеканал «Самараги» в сети интернет, расскажу вам я, Лина Шахова. В марте «Самараги» на Ютубе набрал более 230 тысяч просмотров по всему миру, что составляет плюс 7% по сравнению с предыдущим периодом. Самыми активными зрителями в интернете остаются Россия, Украина, Казахстан, Беларусь и Германия. Телеканал «Самараги» на Ютубе по-прежнему остается на лидирующих позициях среди телеканалов Самарской области. Социальные сети ВКонтакт, Фейсбук, Твиттер и одноклассники телеканала «Самараги» в марте набрали более 600 эксклюзивных подписчиков. Теперь нас активно читают больше 11,5 тысяч пользователей. Смотрите телеканал «Самараги» в кабельных сетях, в интернете, а также через специальные бесплатные приложения для ваших андроидов и яблочной техники. Пока-пока, увидимся!